Торжественные мероприятия начались с церемонии открытия памятной доски и возложения цветов к памятнику Покрышкина. В годы Великой Отечественной войны и по сегодняшний день его имя остается одним из символов мощи нашей армии. 650 боевых вылетов, более 50 сбитых вражеских самолетов. Пример прославленного летчика в Великую Отечественную вдохновлял миллионы бойцов. Его очень любят наши жители. Он является почетным гражданином города Ржева. Очень много сделал для восстановления его после Великой Отечественной войны. Поэтому память о нем была в наших сердцах всегда. Александр Покрышкин стал первым в стране трижды героем Советского Союза. Именно он 6 лет возглавлял 88-й истребительный авиационный корпус ПВО в Ржеве. Сегодня 6-я бригада ПВО – одно из передовых подразделений в России, которое прикрывает объекты, войска и территории 23 субъектов России. Ржевское соединение является передовым и по итогам 2013 учебного года занимает первое место среди соединений ПВО командования и войск воздушно-космической обороны. Присвоение подразделению имени прославленного командира – заслуга личного состава и всех поколений военнослужащих, а также результат большой совместной работы, которая проделана правительством области и Министерством обороны. Благодарю министра обороны действительно за высокую оценку службы нашего соединения, за оценку истории нашего соединения. И понимая, какая ответственность ложится на ваши плечи, дорогие товарищи, я уверен, что мы не подведем, и действительно воздушные рубежи нашей Родины будут на надежном замке. Присвоение имени Александра Покрышкина не только придаст новый импульс развитию части, но и станет достойным вкладом в историю города.